Всем привет, меня зовут Алексей Исаев. Я предприниматель, занимаюсь инвестициями, создаю множественные источники пассивного дохода. В сегодняшнем видео продолжаем с вами разбираться, что же такое круизный клуб Incruises, какие возможности он дает. А конкретно предлагаю вам поговорить на такую тему, насколько быстро и легко и просто можно построить бизнес в круизном клубе Incruises. Простота бизнеса здесь заключается в том, что здесь можно приглашать людей сюда, которые даже не заинтересованы в каком-либо заработке, которые не рассматривают для себя даже каких-то новых бизнес-возможностей. Вот они привыкли, к примеру, ваши знакомые работать по найму. Их все устраивает, им нравится их работа. Не нужно их переубеждать в том, что работа по найму – это плохо, что есть другие возможности, которые нужно тебе рассмотреть. Или же есть люди, у которых есть свой бизнес, они давно в этом бизнесе, они получают также удовольствие и не рассматривают для себя какие-то новые возможности. Или в вашем кругу есть предприниматели сетевого бизнеса, которые очень ревностно относятся к другим проектам. Вот есть их проект, их любовь, и другие направления они даже для себя не рассматривают. Нам есть что предложить каждому из вышеперечисленных категорий. То есть даже тем людям, которые не представляют, как вообще деньги зарабатываются, как можно здесь построить в круизном клубе бизнес, нам тоже есть что предложить. Предложение очень простое. Задайте один простой вопрос человеку. Интересно ли тебе путешествовать в роскошных круизах совершенно бесплатно за счет круизного клуба Incruises? Я не думаю, что вам кто-то ответит: нет, мне это не интересно. Конечно же, это интересно. Главное разобраться, за счет чего здесь есть возможность действительно бесплатных путешествий, как это все работает, откуда деньги и так далее. Так вот, схема очень проста. В чем простота построения здесь бизнеса? Вы находите всего 5 человек. Ваша задача номер один – найти всего 5 человек. 5 ваших знакомых, кто любит путешествовать, кто даже никогда не путешествовал, пусть еще, но очень хочет путешествовать. Вот поделитесь этой возможностью, потому что здесь действительно возможность есть для каждого. Просто бесплатно путешествовать. Даже не говорите о том, о каком-то бизнесе здесь. Просто спроси: интересно путешествовать? Хочешь путешествовать? Давай путешествовать вместе. И есть, я тебе расскажу об очень интересной возможности, как можно путешествовать совершенно бесплатно. Интересно всем. Так вот, вы пригласили всего 5 своих знакомых, друзей и рассказали о том, что здесь есть возможность бесплатных путешествий. Они подключились. И каждому из этих 5 человек вы поможете достичь того уровня, когда им действительно будет предложено путешествовать бесплатно. Для этого что нужно сделать? Также пригласить всего 5. То есть каждому из вашей 5 вы помогаете пригласить их 5 друзей, 5 знакомых, родственников, неважно. При этом здесь нету никаких временных рамок, никто вас не будет подгонять, что это нужно сделать там за неделю или за месяц или за полгода. Вот за сколько пожелает человек, за сколько захочет, вот 5 человек он пригласил, все, с этого момента круизный клуб начисляет самостоятельно человеку круизные доллары, которыми потом человек рассчитывается за свои выбранные круизы. Откуда деньги, как это все работает, я расскажу в следующем видео. А сейчас я вам просто показываю схему, как это просто работает. То есть без о том, чтобы вовлекать людей в построение бизнеса, вы для себя лично можете построить достаточно хороший бизнес, потому что 5 человек пригласить и помочь им всего по 5, в свою очередь, да, приглашенных людей сделать. Таким образом, у вас уже получается группа в 30 человек. 30 человек, при этом ежемесячный товарооборот будет составлять 3000 долларов. По 100 долларов каждый откладывает себе на путешествие, если он еще не бесплатно путешествует. Да? Соответственно, 30 человек по 100 долларов – это 3000 долларов товарооборот. При этом вы получаете ежемесячный доход от
650 долларов. Он состоит из двух частей, эта сумма. Во-первых, 150 долларов – это пассивный доход. От ваших 30 человек вы получаете с каждого по 5 долларов пассивного дохода, ежемесячного пассивного дохода. И 500 долларов – это ваш ежемесячный лидерский бонус. То есть с момента, когда у вас 30 человек в общей группе есть, вы получаете лидерский бонус а сумма фиксирована, ровно 500 долларов. Естественно, дальше есть куда расти. Это только первая, скажем так, ступенька, карьерная лестница здесь. Но вы для себя уже решите. Или хотите дальше, или если вы сюда даже не пришли на построение какого-то бизнеса, просто помогли своим 5 друзьям также бесплатно путешествовать, и вам за это компания ежемесячно, это не разово, поймите, ежемесячно начисляет от 650 долларов на ваш счет. Я думаю, от этих денег вы тоже не откажете. Это живые заработанные доллары, помимо того, что есть еще у вас круизные доллары. Ежемесячно вы получаете по 200 круизных долларов. За каждые 3 приглашенных человека в течение месяца вы получаете еще бонусные дополнительные 100 круизных долларов. Таким образом, вы просто наращиваете. То есть у вас есть и круизные доллары, которыми вы рассчитываетесь потом за свои путешествия, и есть живые деньги, заработанные, которые вы получаете на свою банковскую карту и распоряжаетесь ими по своему усмотрению. Схема очень простая, как все гениальное, очень просто. В этом нужно разобраться, и, конечно же, здесь важна командная работа. Я увидел вот эту вот простоту, схему, почему меня именно заинтересовал этот клуб, почему я здесь. Я вижу, как, с каким интересом вообще эта тема отзывается у моего окружения. Поэтому я вас также приглашаю в наш круизный клуб. Если у вас возникли какие-то вопросы, под этим видео есть ссылка на сайт, есть мои контактные данные. Обращайтесь по любым вопросам. С радостью отвечу каждому. Вам отличного настроения, хорошего дня и до встречи в эфире. Пока!